Друзья, всем привет! И давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет проект SyndX. И давайте разбираться, в чем же его суть. Так вот, с помощью данного проекта вы можете эволюционировать, как вы покупаете и подаете криптовалюту. То есть автоматически выигрывать вместе с лучшими трейдерами. То есть здесь при помощи данного проекта вы можете не беспокоиться о своих знаниях и опыте, потому что эксперты крипторговли здесь, чтобы помочь вам. А также можете контролировать свою валюту, то есть ваши монеты хранятся в вашем кошельке в любое время, и вы платите только, если вы зарабатываете. То есть вам будут, в общем-то, начисляться деньги, да, и, соответственно, с вас будут взиматься только такие сборы, когда ваш портфель зарабатывает деньги. А также еще добавлю, что начальная продажа токенов начнется через 15 дней на момент, когда я записываю видео, но про токен сейл мы еще поговорим отдельно, причем, возможно, в отдельном видеоролике я это тоже разберу. Пока же давайте разбираться, в общем-то, как работает SyndX для инвесторов. Ну что же они хотят сделать? Они хотят сделать вашу криптоактивную торговлю легкой, надежной, а также быстрой. Ну какие же проблемы решает данный проект, возникает логичный вопрос. Прежде всего, это проблема времени, то есть, допустим, у вас есть деньги, чтобы положить в криптовалюты, но у вас нет времени на исследование и на то, чтобы разбираться во всем этом. И при этом получается, что SyndX предоставляет доступ к рейтинговым и заслуживающим доверия трейдерам, и трейдеры на SyndX оцениваются в соответствии с историей успеха в торговле и выбираете подходящего для вас, соответственно, трейдера. Также вы можете доверять данному проекту, то есть, допустим, тут такая есть проблема, что, допустим, вам всегда было неудобно с идеей передачи ваших денег кому-либо другому, чтобы получить прибыль, но на платформе SyndX эта проблема решается, потому что ваши средства никогда не покинут ваш кошелек, то есть система данная децентрализованная, и смарт-контракты позволяют управлять вашими средствами без перевода другому трейдеру. Также, в общем-то, есть еще такая проблема, как неопределенность, вот, и, соответственно, она тоже решается данным проектом, потому что вы зарабатываете прямо вместе с лучшими трейдерами на рынке, и каждый инвестор в SyndX имеет возможность управлять своими, соответственно, фондами, наиболее успешными трейдерами на рынке. Ну и в двух словах, как работает SyndX, то есть инвесторы, они могут увеличивать свои криптовые доходы с помощью навыка управления портфелем топ-трейдера, вот. Ну а торговцы, что они делают? Они, конечно же, получают комиссионные от инвесторов, которые следуют за ними, исходя из их эффективности и торговой стратегии. Также есть еще и вендоры, которые могут продавать продвинутые торговые инструменты, такие как торговые роботы и новостные виджеты. Но SyndX собирает комиссионные, соответственно, и абонентскую плату, что, конечно же, тоже очень важно. Также есть еще есть интересная статистика, что с 2000 года мировой рынок управления капиталом вырос на более чем 250%. Это результат постоянных улучшений рыночных инструментов и общего развития рыночных структур. Несмотря на взрывной рост криптовалютного рынка в 2017 году, мы все понимаем, что отрасль все еще находится в зачаточном состоянии, и общая рыночная капитализация в конце 2017 года была 600 миллиардов долларов. Это всего лишь 1% от общей рыночной капитализации отрасли управления капиталом. То есть сумма все еще довольно маленькая. Также есть еще такие важные показатели, как то, что, в общем-то, 25 миллионов потенциальных бумажных кошельков, есть 200 тысяч целых потенциальных транзакций каждый день, то есть ежесуточно, что очень важно. Ну и также еще добавлю, что более чем 225 потенциальных партнеров, каждый из которых доставляет от 3 до 5 миллиардов долларов США, что, конечно же, сумма очень и очень существенная. Я думаю, что вы со мной в этом плане, в общем-то, вполне можете согласиться. Ну что ж, это было общее описание данного проекта, но я решил, что будет логично все-таки разбить данное видео, чтобы не было каши, и в следующем видео разберу как раз-таки этапы токен-сейла и разберем планы проекта на дальнейшие, в общем-то, уже месяцы и, в общем-то, годы даже их работы. Но пока я хочу с вами временно попрощаться, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.